Меня зовут Олег Марценюк, я из Украины, Луганская область, город Лисичанск. На сегодняшний день статус менеджер 3 звезды. Когда я познакомился в 2019 году с компанией CrowdOne, игровая платформа и индустрия, она меня привлекла. Я не геймер, но был в странах Азии, в частности в Сингапуре, и я увидел, что очень многие люди сидят в телефонах, играют. Вот. И я понял, что когда я узнал статистику геймеров по всему миру, то есть это меня потрясло. Это около 2,5 миллиардов людей было на тот момент. И я понял, что это денежная ниша, где можно зарабатывать хорошие деньги. С приходом в CrowdOne я долго разбирался, месяца три, с компанией, с маркетинг-планом. Вот. И потом включился в работу. И на сегодняшний день мою жизнь компания CrowdOne изменила, как говорится, в корень. Вот. Я сейчас путешествую по разным странам, где хочу, там и, как говорится, живу. Да? То есть семейное положение по деньгам выросло, ну и так далее. То есть сейчас у меня лайфстайл, то есть свободная жизнь, это жизнь в стиле CrowdOne, как я говорю своим партнерам. Лидерские встречи, ну, во-первых, нужны для того, чтобы знакомиться с новыми лидерами, обмениваться опытом, потому что каждый человек – это отдельная история, да, достижения успеха. Вот. И такие встречи как раз помогают. Ну и как говорится, в-третьих, это первым узнавать новости, потому что дальше ты передаешь эти новости команде своей, вот, и, в общем, получаешь определенный, как говорится, статус в бизнесе и в жизни.